святейшем патриарсе Кирилле, и о господине нашем высокопреосвященнейшем, митрополите Илларионе, первый иерархе русские зарубежные церкви, честне пресвитерстве во пресвитерстве, о всем прече люди, Господу помолимся. Господи, Thank you.
от Иоанна, Святаго Евангелия чтение. Ученицы Его собраны, страха ради иудейска, приди Иисус, и ста посреди глагола им, мир вам. И сие рек, показай им руце и нозе, и ребра своя, возрадовавшись же ученицы, видевши Господа. Лечи же им Иисус паки, мир вам. Яко же посла мя Отец, и я посылаю вы, и сие рек дуну, и глагола им, примите Дух Свят. Им же отпустите грехи, отпустится им, и им же держите держаться. Помаже едино тобою на десяти глаголем и близнец, не бету с ними, егда прииди Иисус. Глаголах уже ему друзи и ученицы, видяхом Господа. Он же рече им, аще не вижу на руку его язвы гвоздиные, и вложу перста моего в язвы гвоздиные. И вложу руку мою в ребра его. Не ему верь. Слава тебе, Господи! Христос воскресе! Высокопреосвященнейший митрополит Филарионе, первой расе русской зарубежной церкви и всей во Христе братстве нашем. Поющих и предстоящих людях, ожидающих от себе великие богатые милости. Яко милости почерпит Бог, и си тебе славу славит. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веку. Аминь.
Боже, Отець наш, їх вогнає, прославлено ім'я Твоє во веки ами. Води, Господи, милость Твоя на нас, яко же облаго помотя. Благословенье си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенье си, Владыка, разуми мя оправданием Твоим. Благословенье си, Святыка, разуми мя оправданием. Thank you.
направи, Ісусче Боже, живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос чин похола! Христос воскресе! Поздравляю всех вас и особенно дорогих отцов наших, которые присоединились к нашей сегодняшней молитве воскресшему Христу. Спаси Господь дорогих певчих и всех вас за сегодняшнюю чудную и умилительную торжественную службу. Да благословит всех Господь радостью о своем воскресении. Пусть Господь обновит наши силы, чтобы мы и дальше со смирением и сокрушенным сердцем продолжали нести свой жизненный крест. Христос воскресе! 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 Христ
После завершения освящения ключей в церковном доме будет совершен краткий пасхальный молебен с поминовением всех вас, а затем будет предложено угощение. Пожалуйста, все приходите, почтите праздник. Воскресе!
Христос воскресе! Христос воскресе!
этими